Ну, я вас понял. Вы хотите сказать, но этой системы пока еще нет, да, пока, я надеюсь, ее и не будет. Что такое систематическое непосещение, да? Это более одного раза, два и так далее. Но это был одноразовый случай, да, скажем так. Устав мы в любом случае приняли своевременно и зарегистрировали изменения в уставе. Поэтому, ну, с депутатами разговаривали, тем более членами фракции «Единая Россия», призвали их к порядку, но и понимаю некоторых вещей. То есть, как вы помните, да, предыдущие 5 лет у нас постоянно были срывы.